Самое любимое лакомство летом – это, конечно же, что? Правильно, мороженое. Его любят и дети, и взрослые. По статистике, самым популярным холодным десертом в России считается пломбир в вафельном стаканчике. Его предпочитают 70% населения нашей страны. Вот поэтому мы сегодня его и решили проверить на качество и узнать, как вообще стоит выбирать мороженое при покупке. В магазинах от изобилия мороженого полки ломятся. Производители предлагают огромное количество самых разнообразных видов этого легендарного десерта. Чтобы не нанести вред своему организму и не нарваться на подделку, специалисты рекомендуют выбирать приготовленное в соответствии с ГОСТом. На упаковке мороженого должны быть указаны состав, производитель, его адрес, дата производства, срок и температура хранения. Всегда обращайте внимание на срок годности. Если маркировка стерта или размыта, то лучше отказаться от покупки. Маркировка, кстати, с 1 июня стала обязательной для всех производителей. Теперь она должна быть на каждой упаковке десерта. Она поможет распознать подделку не только покупателям, но и продавцам. Маркировка – это такой уникальный знак, код, который наносится на упаковку товара, либо на товарный ярлычок, и обязательно содержит в себе полные сведения о товаре. Это наименование, производитель, дата, время и место его выпуска. Но как ни крути, при покупке мы чаще всего обращаем внимание на цену. Поэтому решили проверить, всегда ли цена равно качеству. Для чистоты эксперимента мы взяли 3 пачки пломбира в вафельном стаканчике от разных производителей. Одно из них стоит 9 рублей, другое 30, а третье 60. И отдали на экспертизу в Роспотребнадзор. Нужно убрать излишки глазури, вафли, там еще какие-нибудь декоративные украшения бывают, там шоколадную крошка бывает шоколадная, это тоже надо все отделить и саму основу исследовать. Только чисто пломбир получается? Да. Затем мороженое растапливают и проверяют, насколько натуральные ингредиенты, нет ли там тяжелых металлов, растительных жиров и опасных веществ для организма. Исследование в лаборатории длится около суток. Наша экспертиза показала, что вне зависимости от цены качество не меняется. Все образцы соответствуют нормам, так что смело покупаем мороженое и наслаждаемся. Екатерина Листратова, Жаргал Трендашеев, Алексей Ромашов. Новости дня.